Доброго дня. Сегодня у нас вот такой интересный предмет, старинный. Главное вот достоинство 1859 года. Надпись у него приятный, конечно, дизайн. Старинный он именно. Сами понимаете. Бывает, конечно, серебряный. Сейчас пошли там подделки все эти новые. Но это, за сколько я взял, конечно, его подделывать не будут и делать, изготавливать. Поэтому работать с ним больше, чем стоимость его. Какие достоинства? Ну вот я говорю, надпись вот здесь можно посмотреть. Presents to Mr. J. Powell as talking gratitude. Ну я сейчас плохо еще вижу. From на память, remember. Но если более кого интересует, что тут за надпись, вот она, солка, класс. Класс какой-то, ну не помню, может быть ученики класса или еще что-то. Ну, я тут еще на память, это понятно. И вот здесь в центре Бурслим 8 марта 1859 года. Вот, это здесь. Ну, потом сейчас еще внизу увидите надпись производителя. Тут маковая все-таки головка, наверное, или луковичная, или какая там чесночная. Может, маковая все-таки. Потому что тоже у меня еще будет обзор про кофейник, тоже там 1870. Вот это все работает, видите. Может, конечно, уже все потрепалось сильно. Вон, видите, там он как бы дно уже вмято. Там, тут. Ну, сами понимаете, когда вещь там 150 лет, и даже больше, да, то от чего можно ожидать, конечно. Я считаю, это вообще хорошо еще сохранилось. Ну, тут такой красивый, а это цветочек. Очень даже, да, листики. Сама ручка. Можете посмотреть, что здесь. Что здесь все интересно. Вот так. Здесь интересно. Здесь, видимо, уже, наверное, видите, вмятины. Тут, наверное, была какая-то потеря, утеря. Наверное, варился вот тут вот в круг. Уже, видно, восстанавливалось, наверное. Что еще? Красивый носик. Видите, какой? Здесь декоративный. Вот такой. Ну и емкость тут вот указана. Шеффилд, по-моему, там, сыновья, как забыл, как называется компания, 320 номер, 4 это похоже от объема, там как-то пинта одна, это может на 4 пинта, или кто больше разбирается, можете подсказать. Ну там может быть пол литра на наш, или там четверть пинты. Шеффилд, сыновья там какие-то фирмы, тоже видно, ну, конечно, вмято. Я говорю, ну какие могут быть претензии, когда если он 1859 год, сами может посчитать, что ему больше 150 лет. Поэтому такая раритетная вещица. Будет еще кофейник обзор смотреть. Ну и вообще, если хотите за обновлениями смотреть на канал, подписывайтесь. Будет там что, новинки какие у нас, если что будет появляться, я буду размещать. Ну, всего доброго. Смотрите еще фотки. До новых встреч. Если какая-то у вас есть информация, можете с ним делиться. Мы с удовольствием, потому что мы не такие знатоки, мы любители, поэтому написать, можете какую-то информацию нам дополнительно, будем рады. До новых встреч!